1811 год. Россия. Крайний север. В море Лаптевых, недалеко от берегов Якутии, было совершено географическое открытие, которому суждено было стать одним из самых обсуждаемых за всю историю изучения Арктики. Известный русский зверопромышленник того времени Яков Санников, добывавший песца на северных берегах Новосибирских островов, заявил, что во время одного из своих путешествий наблюдал обширные земли к северу от острова Котельный. По его словам, он видел, как над морем поднимались высокие каменные горы. Не было сомнений, Яков Санников открыл неизвестный до сей поры Северный остров. Новость об открытии новых земель взбудоражила мировую общественность. Найденный остров назвали именем его первооткрывателя – земля Санникова. Российское правительство было в восторге от того, что империя приросла новой территорией. Санников был щедро вознагражден. Через несколько лет к острову была направлена экспедиция для более детального исследования земли Санникова, чтобы затем нанести ее на карту. Но в итоге оказалось, что наносить попросту нечего. Сегодня земли Санникова нет ни на одной карте, потому что такой земли не существует. Логично было бы предположить, что Санников выдумал всю эту историю, и никакого острова и в самом деле никогда не было. Однако мировые ученые по сей день считают, что русский зверопромышленник говорил чистую правду. Нет оснований не доверять Якову Санникову. В 1811 году он открыл несколько островов за Полярным кругом, в том числе острова Столбовой, Фадеевский, которые и сегодня можно посетить. Более того, в 1886 году Эдуард Васильевич Толь подтвердил слова Санникова. Он проводил исследования на острове Котельном и вместе со своим спутником при ясной погоде в бинокль в 70 верстах от берега они видели очертания четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Эдуард Толь решил, что перед ним не что иное, как земля Санникова. В судовом журнале он записал: «Сообщение Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе, следовательно, нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова». 7 лет спустя другой полярный исследователь, норвежец Фридтьоф Нансен, на своей шхуне прошел мимо Новосибирских островов и достиг 79 градуса северной широты, но не нашел там никаких следов земли Санникова. Позже в своей книге «В стране льда и ночи», посвященной этому походу, Нансен писал: «Мы находились значительно севернее того места, где, по мнению Толя, должен был лежать южный берег земли Санникова. По всей вероятности, эта земля лишь небольшой остров, и во всяком случае она не может заходить далеко к северу. Толю она могла просто померещиться». Ни в 1886 году, ни во время следующей экспедиции, состоявшейся через полтора десятилетия, барону Толе не удалось достичь этой земли. В итоге остров так и не был обнаружен. Ну а сегодня исследования, проведенные с использованием современных технологий, позволяют со стопроцентной вероятностью утверждать, что никакого острова в этом месте нет. Изучение Арктики в XIX веке считалось настоящим подвигом. Работать в условиях холода ниже 60 градусов – это на грани человеческих возможностей. Я могу это утверждать, поскольку сам участвовал в подобных экспедициях. И поверьте, даже сейчас, в наше время, это невероятно тяжело и достаточно опасно. А тогда, в XIX веке, по сути, люди ради научных открытий сознательно шли на смерть. Эдуард Васильевич Толь так и умер в поисках земли Санникова. Вместе со своими товарищами он замерз на одной из зимних стоянок. В экспедициях на жутком холоде он провел почти 2 года. Настолько он был уверен в том, что земля Санникова существует. А значит, она ему не померещилась, он на самом деле ее видел.
В чем загадка этого острова? Если он действительно был, то куда мог деться? Мы беремся за эту тему и попробуем установить истину. Мы хотим сделать это в память о подвиге Эдуарда Васильевича Толя. Мы хотим, чтобы его усилия не пропали даром. Приступая к исследованию загадки земли Санникова, мы первым делом решили пригласить к обсуждению в качестве экспертов лучших специалистов по данному вопросу. При этом для большей объективности мы постарались собрать ученых из разных областей науки. Сегодня нам помогут историк Николай Филимонов, геолог Татьяна Морозова и доктор исторических наук профессор Александр Орешев. Если мы хотим разобраться в этой истории, то нам надо понимать, что есть три варианта к изучению материалов и, соответственно, их сортировки. Первый вариант. Земли Санникова никогда не существовало, и все рассказы о ней или вымысел, или недоразумение. Второй вариант. Сообщения о таинственной земле соответствуют какому-то из ныне существующих островов Северного Ледовитого океана. И третий вариант. Неизвестная земля была, но каким-то образом исчезла. Эдуард Васильевич Толь. Вот именно он и загорелся этой идеей, во что бы то ни стало, эту землю найти. А вот его экспедиции очень интересны, потому что он как раз землю-то и видел. Другое дело, что по данным Санникова расстояние до островов 70 верст, а по данным Толя уже 150. Но, в принципе, наука это объясняет. Почему? Потому что много зависит от разряженности воздуха. От прозрачности. Да, да. В одних условиях может показаться 70, в других 150. Это вполне. То есть это, в принципе, никого не удивляет. Очень интересная информация. Выходит, в условиях Крайнего Севера потеря ориентации в пространстве – обычное дело. А значит, предположение, что и Санникову, и Толю земля могла просто-напросто померещиться, имеет под собой все основания. Ну и да, и, кстати, есть такие свидетельства, что как раз с острова Котельный, да, вот, с которого, в принципе, и Санников, и Толя этот остров увидели эту землю. Именно если смотреть в теплый ясный день на север или на запад, то можно увидеть мираж в виде зеленого леса. То есть если смотреть, будет полное, смотреть на море, то будет полное ощущение, полная иллюзия, что на горизонте где-то существует земля, которая покрыта густым зеленым лесом. Вот, но это чистый верхний мираж абсолютно. И как раз если, допустим, читать записки Толя, как раз, который описывал увиденную им землю, он как раз об этом и пишет, что эту землю, эти горы, он увидел как раз в ясный солнечный день. Судя по всему, версия о миражах вполне жизнеспособна. Но теория теорией, а практика практикой. Мы решили встретиться с опытными якутскими рыболовами и узнать их мнение на этот счет. Оказалось, что и они не отрицают возможность ошибки. Они ходили, во-первых, с приборами простыми, морскими. Не было ни систем GPS, ни радаров. Реально можно было пройти, в берег уткнуться, даже не подозревая об этом. Перепады температур, теплый воздух с Тихого океана, как обычно здесь, восточные ветра, и ледяной Северный Ледовитый океан, разница температур давали очень плотные туманы. Особенно вот эти низовые туманы, они характерны для северных морей. Они стелятся примерно на высоте 2-3 метров. Поэтому поднимались на мачты, так называемые ласточки на гнездо, и вперед смотрящие смотрели. Ну, сама земля Санникова, легенда интересная. Вы сами должны понять, что голодный человек, соскучившийся по земле, так же, как про летучий голландец, эти легенды в каждом веке
путешествие присутствует. Как черный альпинист, и как черный спелеолог, и как земля Санникова. Не доверять мнению людей, много лет занимающихся рыболовным промыслом в северных морях, нет резона. Так что к их соображениям нам явно стоит прислушаться. Но версию о том, что Санникову и Толю остров померещился, просто принять на веру мы все-таки не можем. Тем более, что уже в 20 веке таинственную землю видели и другие очевидцы. В конце 30-х годов 20 века, во время ледовой разведки, летчик Иван Черевичный и штурман Валентин Аккуратов, они видели эту землю и даже сфотографировали. Вот. И они пытались добиться у начальства разрешения еще раз побывать в этом районе и еще раз, значит, этот момент отследить, но не разрешили. Но было бы очень интересно, конечно, эти фотографии поднять, если они еще сохранились. И вот, то есть действительно, это было бы тогда действительно уже документальным свидетельством, что действительно эта земля существует. А видели они ее в том же районе, где ее фиксировал Толь, да? Да, да, да. Разумеется, мы направили запросы во всевозможные архивы по поводу фотографий, сделанных летчиками. Но ни в одном из них таких материалов не оказалось. Причина этого неизвестна. А жаль, ведь эти фотографии могли бы многое прояснить в нашей истории. Что ж, нам придется смириться с таким положением вещей и продолжить исследование без этого уникального материала. Итак, у нас есть сведения о том, что землю видели и даже сфотографировали. Значит, остров все-таки существовал. Поискав в нашей информационной базе, мы обнаружили еще одно весьма интересное обстоятельство, доказывающее данное предположение. Помимо свидетельств Санникова и Толи о земле, которую они видели, есть и ряд косвенных подтверждений того, что таинственный остров на Крайнем Севере существовал. Мы нашли любопытную информацию о том, что в ту сторону, где предположительно находилась земля Санникова, весной улетали перелетные птицы, а осенью они возвращались, причем с потомством. Совершенно очевидно, что перелетные птицы не могли обитать в ледяной пустыне. Поэтому, начиная с 18 века, учеными высказывались предположения, что где-то на севере должна располагаться земля, богатая и плодородная, и птицы летят именно туда. Вот что написал Эдуард Васильевич. Перелетными птицами явились орел, летевший с юга на север, сокол с севера на юг, и гуси, прилетевшие стаей, тоже с севера на юг. Конечно, это не морские птицы, и они никак не могли выжить в условиях ледовитого океана. Возникает очевидный вопрос, где за полярным кругом могут располагаться плодородные земли? И как это вообще возможно? В 19 веке бытовало мнение, что такая земля все-таки могла быть на севере. Ученые предполагали, что там, как и на Камчатке, существовали термальные источники и гейзеры, которые растапливали лед и тем давали жизнь всему в округе. А горы, о которых рассказывали Санников и Толь, могли быть естественным щитом от холодных северных ветров. Таким образом, эти природные факторы создавали внутри острова условия, пригодные для жизни. Как может существовать аномальный климат? А идея следующая, что именно там вполне возможно теплый климат, возможно там потухший вулкан, ну, который до конца еще не потух, но тем не менее там могут и находиться дикие животные, динозавры. Кстати, опять же, современная наука говорит о том, что на островах древняя жизнь сохранилась дольше всего. И именно на островах. Вот если где-то находим и мамонтов, правда, мамонты не совсем уже эти мамонты, но наподобие карликовых мамонтов, так вот, их находим и на островах. Я скажу, что мне самому приходилось бывать в 80-е еще годы на Комодорских островах. На острове Витуса Беринга я вот сам руками своими держал в руках вот эту часть этой кости. Вот это была кость мамонта, сохранилась. Далее наши эксперты рассказали еще одну интересную подробность. Существует легенда о том, что на территории Северных островов когда-то жили анкелоны, родственные якутам племена. Согласно этой легенде, анкелоны однажды покинули территорию Якутии и ушли на север в поисках лучшей жизни. А затем этот загадочный народ однажды просто исчез.
Что произошло с анкелонами на самом деле, достоверно неизвестно. Есть версия, что анкелоны жили именно там, где предположительно находилась земля Санникова. Причем сам остров был лишь малой частью огромного северного континента – Арктиды. Легенды об этом материке были весьма популярны в научной среде в 19 веке. И вот что интересно. Поиски земли Санникова барон Толь вел для того, чтобы в конечном итоге найти Арктиду, побережье которой, по мнению Толя, и наблюдал Яков Санников. В эпоху средних веков от тех времен сохранились карты, вот от эпохи географических открытий, что там нарисована земля в Арктике в районе Северного полюса, которые пересекают четыре реки. И вот до сих пор неизвестно, это что, нашли какие-то старые карты и их нарисовали, или это просто фантазии. И в таком смысле земля Санникова – это одно из доказательств того, что вот этот вот древний предполагаемый материк Арктида все-таки был. И в таком случае было бы интересно его разыскать. Я считаю, что в том месте, где раньше полюс был, были достаточно благодатные места, и в тех широтах люди просто жили. И все эти мифы об Арктиде, утонувшей земле, такой же, как Атлантида, ну, они имеют, так сказать, под собой почву. Много разных артефактов находят в северных местах. Ну, мы по своему опыту можем сказать, что на острове Жохово найдена мезолитическая стоянка древнего человека, которой 8700 лет. Остров Жохово сейчас не населен, там была полярная станция, но это острова Делонга, это очень далеко на север. Оказывается, там был берег моря всего лишь 8000 лет назад. И этот берег моря посещался охотниками на белых медведей, оленей и морских млекопитающих. Они пешком приходили с юга, ну, мы считаем, что с долины Лены приходили, охотились там, делали какой-то временный лагерь охотников. И после того, как они, после вот этой вот охоты, они опять откочевывали на юг. И эти миграции происходили сезонно, каждый год. Вероятно, такая стоянка, она просуществовала там многие годы. Раз там накопилось большое количество костей, наконечников, от копий, гарпунов, костяных ножей и т.д. и т.п. Сделаны они были из мамонтового бивня, из костей хищных птиц, из оленьих рогов и из подобных материалов. Значит, человек жил там. Итак, наше расследование получает новое направление. Отправимся в архивы и попробуем отыскать информацию о легендарной Арктиде. Кто знает, возможно, именно так мы найдем разгадку тайны исчезнувшего острова. Изучив множество различных материалов, мы выяснили, что о существовании Северного континента люди говорят уже много тысячелетий. Относительно недавно, в конце 19-го, начале 20 века, ученые обнаружили упоминания о неведомых северных странах в значительно более ранних произведениях, созданных несколько тысячелетий назад. И что удивительно, оказывается, у людей остались воспоминания о далекой Северной Земле даже со времен доледниковых и межледниковых периодов. Отголоски этих воспоминаний сохранились в древнеиндийских и древнеперсидских литературных памятниках. Невероятно, но факт, именно древние индусы и персы впервые описали северную часть Европы. В конце позапрошлого века некоторыми учеными была выдвинута так называемая теория полярного происхождения человечества. Суть ее заключалась в следующем. При изучении древнеиндийской литературы исследователи столкнулись с описанием очень любопытных природных явлений, которые не свойственны Индии. Это описание длинных
полярных дней, ночей, полярных сияний, характерных только для Дальнего Севера. Это дало повод выдвинуть предположение, что эпические произведения древних индусов могли создаваться не на территории современной Индии, а в Заполярье. Что если речь у индусов шла как раз о земле Санникова, а точнее об Арктиде? А анкелоны, зная об этой земле, просто могли туда переселиться. Однако последствия этого переселения оказались гибельны для анкелонов. С исчезновением Арктиды они также перестали существовать. И еще одну любопытную деталь приводит древний индийский документ. В одном из описаний северной страны есть упоминание о горе, что очень подходит под описание земли Санникова. Причем индусы привязывали эту гору. Впрочем, я лучше зачитаю этот отрывок. На вершине горы Меру расположена столица страны, город бога Брахмы. Эту страну обтекает небесная река Ганга, ниспадающая с небесного озера. Она 7 раз обтекает гору Меру за время своего снисхождения от прибежища 7 пророков. Так вот, хорошо известно, что древние индусы 7 пророками называли Большую Медведицу. Невероятные подробности. Но и это еще не все интересные совпадения. Далее в описании северной страны индусы пишут. Небесная река Ганга впадает в 4 озера на 4 вершинах гор вокруг главной горы, подпирающих ее с 4 сторон. Затем небесная Ганга из этих озер через пасти символических животных изливает воды в 4 земные реки. Мы не зря заострили внимание на этих 4 реках-потоках. Дело в том, что это описание очень схоже с описанием другой северной страны, знаменитой Гипербореи. Гиперборея. По сути, это аналог Арктиды. Ее описание было сделано еще древнеримскими историками – Плинием Старшим и Диодором Сицилийским. Были и другие серьезные ученые, которые подтверждали версию о существовании Гипербореи. В частности, известный астроном и общественный деятель эпохи Французской революции Жан Баи. В 19 веке легенда Гипербореи нашла своего приверженца в лице американского историка Уильяма Уоррена, ставшего впоследствии первым ректором Бостонского университета. В своей книге «Обретенный рай», опубликованной в 1885 году, то есть за год до обнаружения Толем земли Санникова, ученый пришел к выводу, что прародина человечества находилась где-то в Заполярье. Именно это место древние называли райским садом и Гипербореей. Проведем промежуточные итоги. Яков Санников и Эдуард Толь видели некую северную землю. Исторические материалы изобилуют свидетельствами о существовании Гипербореи. Уникальные индийские тексты также говорят об этом. Наконец, найденные на северных островах стоянки древнего человека. Все сходится к тому, что в районе Северного полюса когда-то была земля, населенная людьми. Но почему же никому так и не удалось ее отыскать? Это довольно странно. Понятно, почему эту землю не могли найти уже после ее исчезновения. Но почему люди так и не смогли добраться до этой земли, когда она еще существовала? А было это сравнительно недавно, чуть больше века назад. По меркам геологии, почти что вчера. Изучив материалы и пообщавшись с экспертами, мы смогли установить, почему так случилось. Причина оказалась довольно прозаичной. Новосибирские острова и предположительно прилегавшая к ним земля Санникова находятся возле самой границы северной ледяной шапки. Даже в теплые годы океан в окрестностях островов доступен для навигации всего 2-3 месяца в году, поздним летом и ранней осенью. Большая часть полярных экспедиций в 19 веке совершалась на собачьих упряжках. Но в этом случае собакам и их хозяевам приходилось бороться с непрекращающимися буранами и ледяными торосами. И чаще всего победителем в этой схватке выходила суровая природа Крайнего Севера.
Существует и еще одна причина, по которой земля Санникова так и не была достигнута. У морей Северного Ледовитого океана есть одна особенность. Здесь бывают такие плотные туманы, что подчас можно проходить мимо объекта буквально в нескольких метрах и не заметить его. С этим как раз столкнулся Эдуард Толь. Вот что он записал в своем журнале. «Мы подошли к острову Бенетта. Величественный скалистый мыс Эммы открылся внезапно, и берег был так близко, что можно рукой достать. Меня это поразило. Теперь совершенно ясно, что можно было 10 раз пройти мимо земли Санникова, не заметив ее». Теперь многое становится понятным. Неясно только одно, как же эта пресловутая земля исчезла. Но не могла же она просто взять и испариться. Мы продолжили изучать материалы и в экспедиционном журнале Толя обнаружили весьма примечательную деталь. Нас заинтересовала вот какая запись Эдуарда Васильевича. 9 сентября шхуна «Заря» достигла района земли Санникова. «Мы натолкнулись на малые глубины», записывает Толь. «А значит, где-то рядом должна быть земля». Это действительно очень важная деталь, и нам следует за нее зацепиться. Интересная запись. Значит, остров на самом деле должен был появиться перед мореплавателями, но не появился. Действительно пахнет мистикой. Может, все-таки все как-то можно объяснить с научной точки зрения? Немного посовещавшись, наши эксперты выдвинули новую версию. До сих пор считалось, что процесс формирования Земли геологический происходит очень медленно, в течение миллионов и сотен тысяч лет. Но если предположить, что вот те карты эпохи географических открытий, на которых обозначены арктические земли, что это действительно было, то можно прийти к мнению, что на самом деле геологическое и тектоническое строение Земли происходило более быстрыми темпами, и вот уже люди жили в ту эпоху, когда вначале в Арктике континент Арктида существовал, но уже на их памяти он исчез. То есть, получается, процесс формирования планеты Земля происходит в разы быстрее, чем это думали до сих пор. Но есть еще другая версия. Это элементарное вертикальное движение земной коры. Потому что в массовом сознании сложилось впечатление о том, что земная кора движется только лишь по горизонту. То есть материки придвигаются друг к другу, отодвигаются, и причем это движение очень и очень медленное. А вертикальное движение земной коры, оно напротив может быть относительно быстрым, порой даже стремительным. И как результат, мы знаем достаточно много островов, здесь назвали земля Санникова, к этому добавить можно земля Андреева, это земля Джиллинса, которая исчезла, это земли Юлиса Пайера, это австрийский путешественник. Это в советские времена потеряли, точнее, сначала нашли, потом потеряли остров Крестьянка. Очень интересное предположение. Действительно, перечисленные нашим экспертам исчезнувшие острова когда-то ушли под воду в результате тектонических изменений. Но все-таки не все из них. Земля Санникова не подвергалась подобному воздействию. Земля Санникова была все-таки достаточно крупной территорией сравнительно и располагалась на достаточно близком расстоянии от материка, что все-таки, если бы в ее исчезновении были бы повинны какие-то тектонические движения, это все равно бы отразилось. Все равно было бы зафиксировано землетрясение, все равно бы действительно, то есть именно исчезнуть бесследно, абсолютно, без всяких, так сказать, сопровождающих геологических явлений, эта земля практически не могла. Все равно бы действительно было бы зафиксировано, что в этом районе произошли какие-то геологические процессы. Итак, мы по-прежнему в тупике. Судя по всему, нам придется снова засесть за изучение материалов.
Другого способа найти разгадку тайны у нас просто нет. Изучив несколько томов различных документов, мы нашли интересное соображение, высказанное некоторыми исследователями относительно земли Санникова. Соображение весьма любопытное. Ученые утверждают, что земля Санникова была сложена не из скал, а из так называемого ископаемого льда, сверху покрытого слоем нанесенного грунта. Со временем лед растаял или был разрушен морем. Вот почему земля Санникова в конце концов исчезла. Эту версию подтверждают факты исчезновения островов Северного Ледовитого океана уже в наше время. В середине 50-х годов в присутствии изумленных моряков одного небольшого судна исчез остров Семеновский в районе Новосибирских островов. Действительно, был в 1770 году, значит, на юго-западе этого архипелага Новосибирского, якутским купцом из Якутска, Иваном Ляховым, был открыт остров, который в дальнейшем был назван Семеновский. Он тоже открыл и Семеновский остров, и еще несколько островов. Этот остров долгое время существовал и был известен, пока вдруг он резко не начал таять, и в 1952 году он растаял полностью. То есть он просто перестался, то есть он просто именно растаял, как снегурочка. А оказалась ситуация такая, что этот остров являлся в основе своей, представлял лед, покрытый сверху минеральным материалом. Никто даже не предполагал, даже тот же самый Иван Ляхов, значит, не предполагал, что это на самом деле ледяной остров. Есть такой процесс термообразия под действием тепла, солнца, теплой воды, дождей, ветра теплого в летний период, ледяные берега тают. А в условиях вечной мерзлоты многие берега морей арктических сложены льдистыми горными породами. Там много льда. Не просто чистого льда, а с примесью песка, глины, там, щебенки и прочих примесей. И эти льды, эти ледяные берега постоянно тают. Когда лед тает, берег отступает. И берега могут отступать на 6, 10, 20 метров в год. Это очень высокая скорость. То есть это как раз вот одно из объяснений, почему ее видели, а потом она исчезла. Да, это возможно, что просто растаял. Наверное, действительно, уже, скорее всего, это был действительно какой-то ледяной остров, да, который просто растаял. Скорее всего, то есть похоже, вообще очень похоже на это. История исчезновения Семеновского острова действительно впечатляет. И, судя по всему, с землей Санникова вполне могло случиться то же самое. Мы решили посетить один из островов в море Лаптевых, который состоит из ископаемого льда, чтобы воочию убедиться в том, что подобный катаклизм мог иметь место. В качестве примера мы выбрали небольшой остров Муастах. Сопроводить нас на место согласился опытный рыбак и охотник Александр Леонтьев. Он, кстати, хорошо знаком с проблемой исчезновения островов, состоящих из ископаемого льда. Выдвигаемся. Идти по морю до острова не более полутора часов. Будем надеяться, погода нас не подведет. В здешних местах она меняется чрезвычайно быстро. В любую минуту может начаться шторм. Так что если мы заметим какие-то изменения, сразу вернемся обратно. Хотелось бы, чтобы этого не произошло. Итак, мы на месте. Вот он, остров Муастах. Ребят, мне надо... Да, нам сейчас там нас закрутят там. Льды, вот они осыпаются. Вот они, ископаемые льды.
Долго искать ископаемый лед нам не пришлось, он здесь буквально повсюду. Сделав всего пару шагов, мы смогли потрогать его руками. Вот мы подошли, ископаемый лед. Вот, Андрей, обрати внимание, вот идет процесс таяния, да? Да. Вот этому льду примерно 10 тысяч лет. Наш проводник рассказал нам, какие изменения ему приходится наблюдать здесь каждый год. Лед тает, и вот примерно где-то в год по полметра исчезает. По метру, по полметра. Его уже через год не будет, потому что он растает. Да, земля, которая на нем держится, она осыпется. На этом месте выйдет другой лед. Ну как? А что, берег обрушится, берег, да? Берег обрушится, да. Порода верхняя обваливается, и как бы земля потихонечку исчезает. Остров станет меньше, да. И такая тенденция идет уже на протяжении многих лет. Не доверять свидетельствам очевидца нет резона. Мы убедились в том, что таяние островов – не красивый миф, а суровая реальность. Да, вот смотрите, вот она, земля, она так… Она тает? Да, тает. У нас остается последний неразрешенный вопрос. Необходимо установить, могло ли подобное произойти с землей Санникова. Пообщавшись с нашим экспертом, мы поняли, как это можно сделать. К северу от Котельного мы пытались измерять глубины Мирового океана в этом районе с борта парохода «Иван Петров». И там были обнаружены участки илистого песка. Там, где песок, илистый песок, раньше, недавно, был остров. Так говорят геологи. Если ты видишь песчаную отмель или какой-то песчаный ареал, это говорит о том, что здесь, вероятнее всего, недавно была земля. Эти земли активно разрушаются сейчас в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море. Итак, нам нужно отправиться в район, где предположительно находилась земля Санникова, и совершить погружение в этом месте. Если там окажется неглубоко, и мы обнаружим на дне илистый песок, то тайна исчезновения загадочного острова будет, наконец, раскрыта. Не будем терять времени. Снаряжаем экспедицию и снова выходим в море. Судя по данным GPS-навигатора, мы прибыли в точку исследования. Осталось совсем немного. Скоро мы узнаем всю правду о судьбе земли Санникова. Приступаем к погружению. Первое, что мы можем отметить, оказавшись на глубине, вода здесь на удивление прозрачная. В северных морях это довольно редкое явление. Нам явно сопутствует удача. Такие условия позволят нам в полной мере зафиксировать все, что происходит под водой. Остается только надеяться на то, что наше предположение по поводу того, что земля Санникова состояла из ископаемого льда, в ходе нашей экспедиции найдет свое подтверждение. Ну что ж, еще только погрузившись, мы уже можем отметить, что глубина в этих местах крайне незначительна. Всего 12 метров. А ведь мы довольно далеко от берега. О таких местах моряки говорят – мелководная банка. Для нас это хороший знак. Явный признак того, что раньше здесь могла находиться земля. Теперь нам необходимо определить состав дна. Если основным элементом здесь окажется илистый песок, то мы со стопроцентной вероятностью сможем утверждать, что это останки затонувшего острова.
илистый песок. Сомнений быть не может. Главный элемент донных образований в месте нашего погружения. Теория о том, что земля Санникова состояла из ископаемого льда, отныне может считаться официально доказанной. И мы счастливы, что смогли поспособствовать этому. Наша экспедиция успешно завершена. В нашем исследовании осталась лишь одна последняя загадка. Феномен перелетных птиц, отправляющихся на север вместо того, чтобы лететь на юг. Оказывается, не так давно орнитологи разгадали загадку летящих на север птиц. Они прикрепили к ним миниатюрные датчики и проследили их перемещение. Выяснилось, что птицы летят через весь Северный Ледовитый океан, пролетают над Северным полюсом и выводят птенцов в Канаде и на Аляске. Выходит, ничего необычного в этой миграции нет. Птицы просто выбирают самый короткий путь в теплые края. Наше исследование можно считать завершенным. Загадка земли Санникова наконец раскрыта. И мы очень рады, что внесли свой вклад в разгадку ее тайны. Теперь можно с уверенностью утверждать, что Яков Санников, а затем и Эдуард Толь действительно видели эту землю. Никакой выдумки с их стороны не было. Отдельно нам бы хотелось отметить заслуги Эдуарда Толя. Этот человек готов был отдать свою жизнь ради отчизны. Он стремился открыть новые острова, чтобы Россия приросла новыми землями. История Эдуарда Толя поистине драматична. Обследуя северные моря, он предположил, что к мысу Челюскина должны прилегать большие острова. И оказался прав. Всего в 50 километрах к северу от этого мыса лежал обширный, еще никому неизвестный архипелаг. Но Толь не пошел к этим островам. Он выбрал другое направление. Только через 13 лет после путешествия Толя архипелаг откроет гидрографическая экспедиция на судах Вайгач-Таймыр. В 1926 году этот архипелаг получит название «Северная земля». Обидно, что человек, отдавший жизнь за изучение Крайнего Севера, прошел рядом с реально существующими, но до сих пор не открытыми островами. Он не предпринял ни малейшей попытки продвинуться в сторону этих островов, потому что Эдуарда Васильевича Толя манила только одна земля – загадочная земля Санникова.